решим такое упражнение. Х плюс у корень из 2, х и у неотрицательное целое число, это 1 плюс корень из 2 в n степени. Оказывается, верны следующие два равенства. Х2n это есть 2xn в квадрате минус минус 1 в степени n. И y2n это 2xn умножить на yn. Такое вот забавное соотношение на числа xn на yn. Легко выразить с номером 2n через числа с номером n. То есть что нам надо доказать? Вот эти два равенства. Из той верхней формулы. Да, да. Вот эта формула верна для любого неотрицательного числа n. Требуется доказать эти равенства. Что бывает, когда записываем вот такую же формулу верхнюю, но только для 2n? Что будет? Смотрите, вот пишем эту формулу не для n, а для 2n. x2n плюс y. x2n, да. Да. Плюс y2n. Это что такое? Это... Теперь очень важная вещь. А это же есть 1 плюс корень из 2 в n степени, возведенное в квадрат. А для 1 плюс корень из 2 в n у нас есть верхняя формула. Значит, все легко. Я пишу xn плюс yn корней из 2 и возвожу это в квадрат. Получается xn в квадрате. Плюс 2xn, yn, пока все хорошо, корней из 2, плюс 2yn в квадрате. Понятно? Так, теперь смотрим. Вообще-то, часть задачи мы уже решили. Видите, здесь 2xn, yn. Это коэффициент при корне из 2. Так? А здесь, я еще не написал, но имеется в виду, что это было. А здесь у нас коэффициент при корне из 2. Это y2n. Согласны? Значит, я уже доказал вот эту формулу. y2n это есть 2xn на yn. Отлично. Так, а как это доказать? У нас ведь, помните, в таблице чередовались плюс единица и минус единица. Да. Значит, xn в квадрате минус 2yn в квадрате это же было минус 1 в степени n, правильно? Значит, я 2yn в квадрате пишу как xn в квадрате минус минус 1 в этой степени. То есть xn в квадрате минус минус 1 в этой степени. Ну понятно, вот это переношу сюда, а это переношу сюда. И все, xn в квадрате и xn в квадрате, это как раз 2xn в квадрате, видите? Угу. А это самое минус минус 1 в степени n, это вот это. Решили мы эту задачу?